Как речь человека определяет его мышление? Если смотреть с точки зрения психологии, психолог, если сталкивается с таким, что клиент или просто какой-то человек не может связать два предложения, два слова, это говорит о том, что человек очень напуган, и там очень много страхов. Страх взаимодействия, страх встречи с новым человеком, скорее всего, это скажет о том, что человек очень сильно напуган, испуган или боится. Если хотите разобраться более детально в этом вопросе, записывайтесь ко мне на бесплатную 15-минутную диагностику.